что же, приступим к главному. И снова здравствуйте. И сегодня у меня очередная, последняя посылочка от Истери. И что сразу я хочу сказать, я обычно не говорю до вскрытия, но типа люди спрашивают, почему доставка такая дорогая, там туда-сюда, бывает дешевле. Смотрите сюда, видите? Типа объявленная ценность, которая как бы страхует посылку, ноль. Хотя там сбор за даже рубль стоимость, пара копеек. Но при этом стоит галочка об СМС-уведомлении на пустой номер. А эта услуга стоит, ну, я не помню, 10 или 20 рублей. Вот вам дополнительные деньги ни за что. А теперь приступим к открытию. Ну, тут стандартная обувная коробочка. Ох, ёпты! Опять эта мишура, которая пачкает мне пол. Где пупырка? А, тут и пупырка есть. Видимо, маленьких совсем коробок для моих небольших заказов не осталось. Закупают только огромные для всех, которые берут все книги предзаказа сразу. Блин, теперь еще и пылесосить. Ну ладно. Поэтому добивают этим говном. Ну или зефиринки кладите. Ну что вот это за лапша из говна? Итак, что же у нас здесь? А здесь у нас мало чего, потому что я не стал брать бла-бла-бла и что-то там еще. Я листанул Skyland и... Ну это такое, ребят, ужасная херня. Даже хуже невесты чародея. Я не думал, что Истери издаст что-то сюжетное гаже, но у них получилось. Итак, что же у нас здесь? А здесь у нас знак Ватцеля. Я не знаю, что это за... Президент не стал листать, но рисунок мне понравился. Так что полистать чисто из-за рисунка можно. Также здесь резерва. Два свеженьких тома. И газетка, которая в очередной раз всем очень нужна и держит предзаказ пару тысяч лет. А даже если ты от нее откажешься, заказ ты все равно ждешь, потому что они пакуют всем и сразу. Наслаждайтесь. Что у нас здесь? Здесь какие-то отличные статьи. А, это какой-то рассказ кого-то там на три разворота. И интервью с, не знаю, со школьниками какими-то, которые мангу покупают у Истри. Ну что ж, отличное произведение. Она еще бумага такая, даже жопу ей не вытрешь. Ладно, что у нас здесь? Открыточки. Вот открыточки я бы подождал. Открыточки топовые. Храм. О, Ирем в дьявольском облике. А это, видимо... Да, это рисунки с конкурса. А на этом все. Бывайте.